Знакомьтесь, Алина. Предприниматель, она всегда мечтала о стабильном доходе и незабываемых отпусках с ее семьей. Инвестировала в апартаменты на Бали на этапе строительства. Вложила 110 тысяч долларов с рассрочкой на 2 года. Когда строительство завершилось, стоимость ее апартаментов выросла на 35 тысяч долларов, что принесло ей 32% прибыли. Но вместо того, чтобы продать апартаменты, Алина приняла умное решение. Передала их в управление с правом проживания в отпуске. Теперь каждый год она проводит незабываемые отпуска с семьей на Бали, получая при этом стабильные 18% годовых. Хотите также? Узнайте, как создать свой источник дохода на Бали. Получите презентацию лучших вилл и апартаментов на Бали прямо сейчас. Свяжитесь с нами через Telegram-бот или напишите в личные сообщения, и мы отправим вам топ объектов для инвестиций.